Привет, это снова я, Таша. Сегодня у нас очередной обзор распаковка. Обожаю. Я знаю, что все очень любят смотреть распаковки и мои реакции на то, что лежит внутри. Но сегодня вы будете особо рады, так как мы распаковываем новую селфи-палку со стабилизацией. Давайте же скорее приступим, мне уже не терпится. Но перед тем, как приступить, скажу вообще, почему мне потребовалась селфи-палка. Я уже такой пораженный блогер. У меня есть селфи-палка, есть стабилизатор. Зачем мне еще один? Давайте объясню. На данный момент у меня имеется вот такая штучка и вот такая штучка. На первый взгляд кажется, что с ними все в порядке, но это только на первый. При ближайшем рассмотрении, я думаю, вы уже поймете, что здесь большие проблемы начались, телефон в них не держится, все это очень неустойчивое, шаткое и меня очень сильно бесит. Что случилось с этой штукой, многие, наверное, видели на стриме, как тут все отломилось, все тут подклеено, стрёмно, плюс она очень тяжелая, гигантская и не раздвигается. То есть, когда я ее несу, я не могу снимать сама себя на вытянутой руке. То есть, я не могу сама себя снять нормально. То есть, в кадре получается, как будто я очень близко. А это некрасиво. Почесала нос. Конечно, почесала нос. Как я могу быть некрасива, правильно? Даже если очень крупный кадр. Кстати, хочу отметить, что и то, и другое от MIUI. MIUI, yeah. Yeah, you know me. Я не знаю, как оно долго здесь простоит. Давайте уберем на всякий случай. Вот оно. Почему я все время приступаю к распаковке без резака? Неужели я наивно полагаю, что я смогу вскрыть это при помощи ногтей? Первое, что хочу отметить, мне очень нравится цвет коробки. Мой любимый. Открываем аккуратненько вот здесь. Аккуратненько. Так вот. Чек. И еще один вот здесь моментик. Короче, давайте это просто вот так. Короче, вариант мне нравится. Прекрасная упаковка. И внутри еще одна упаковка, которая уже, скорее всего, скроется без каких-либо проблем. Ну зачем вот они так ломают мне мозг? Ну что, как? Может быть, вот это срезать? Что-то тут написано было. Не срезать. Так, все, нормально. Момент истины. Postcard AliExpress. Ребят, problem with the order. Почтовая карточка обратной связи. Замечательно. Free gift special for you. Ребят, бесплатный подарок специально для меня. Это что такое? Это что такое? Тихо. Это чё? Пентакли, короче, какие-то. Бесплатно, офигенно. Я уже в восторге. Я еще не закончила распаковку, мне уже все нравится. Итак, и последнее. Пупырчики, чтобы поразвлекаться потом. Аккуратненько. Последний. Коробка не очень. У меня палец там засосало туда. Ладно, надеюсь, она больше мне не понадобится. Смотрим содержимое. Коротюсенький, малюсенький проводочек. Чек. Палка. Чек. И блок питания. Чек. И это все. Больше ничего нет. Давайте будем пробовать ее раскрыть. Очень страшно. Очень туго идет, не понимаю почему. А, так это все. Это максимальное положение. Интересно, оно заряжено или нет?
А, вот. Вот оно что. Давайте сделаем это еще раз. Прекрасно. Так, и куда это вставлять? Наверное, сверху. Тут есть какая-то прикручивалка. Так, чё? And? Если честно, я вообще не понимаю, как это крепить сюда. Выглядит уже прикольно. I don't understand, guys. Подождите. Ё-моё, подождите. Я не понимаю, как это ставить. Ребят, здесь так все крутится, и вообще ничего не понимаю. Вот эти отъезжают. Они больно кусаются очень сильно. Так, отъехала. Что дальше-то? Что делать? Я боюсь. А! Я открутила. Фигня. Походу, Моню придется звать. Я что-то сломала уже. Ёпта. А, видимо так. Видимо, ребят, как-то так. Так, ну смотрите-ка. Ребят, стабилизация пошла. Абсолютно не понимаю, как вставлять вот эти штуки безопасно. Почему ты переворачиваешь-то мне? Вот так держи. Ребят, он переворачивает. А если я буду наклонять, что будет происходить? Я хз, он, короче, пытается... Ладно, пофиг, снимем вверх ногами. Итак, ребят, я снимаю пробное видео. Я пытаюсь максимально выбесить всех, кто будет его смотреть. Чтоб тряслось все неистово. Слушай, реально далеко можно выдвинуть, мне нравится. Хочу отметить, что от нее исходит просто какой-то жуткий писк, просто жутчайший. Наверное, большинство людей его не услышит, но мое четкое ухо, к сожалению, его слышит. Особенно в момент, когда оно пытается его выровнять. Кажется, я смогла его перевернуть. Я не уверена, что я установила правильно. У меня реально есть сомнения. Привет, меня зовут Даша, и я веду свой блог с улицы. С улицы, как видите, я иду. О, перевернулась. Короче, ребят, я не понимаю, что за хуйня. Видимо, надо будет Соболя звать, потому что я ничего не врубаюсь. Я знаю, что нужно сделать, нужно попробовать горизонтальный режим. Так, допустим, поставили, нажали. Я выключила телефон в итоге. I don't understand, really. Оно вот как-то так двигается жестко. Так, я снимаю. Я пробую снять горизонтальное видео и посмотреть, что же у меня получится. Стабилизация пока что работает. Видео не падает. Телефон не падает. So, неплохо стабилизирует. А если я пробую... Вернулась, прикиньте, вернулась, ребят. Короче, работает, походу. Мне очень нравится. Прикольно, реально. Вот, на вытянутой руке я могу себя спокойно снимать, и выгляжу я просто прекрасно. Ну-ка, а если я хочу попробовать, я могу как-то вот, допустим, чик-чик-чик держу, оно... Да, походу зафиксировалось. Пробуем. Итак, я пробую вести свой блог с этого стола, имитируя прямой эфир. Вот, я смогу идти по улице вот так вот, чик-чик-чик-чик, типа чик-чик-чик-чик-чик-чик. И, допустим, я такая пришла, такая, ой, ребят, сейчас я вас поставлю, погодите. А вот как открыть, я не совсем поняла, потому что здесь как-то оно очень туго раскрывается, и мне не особо понятно, как это делать. Ловко. А, вот. Допустим, я поставила такая. И сижу вот так вот, стримлю. Привет, как у вас дела сегодня? У меня готова обычная селфи-палка для съемок. Можно встать и снять какой-нибудь... Круто, круто, ребят. Итак, давайте подытоживать. Теперь мне не нужно будет брать вот такую селфи-палку, которая не имеет вообще никакой стабилизации и которая, скорее всего, отправится куда-нибудь на помойку. И не нужно носить такой тяжелый, огромный, громоздкий, хороший стабилизатор, не имеющий функции раздвижения, превращения в селфи-палку. Отличная альтернатива, средний вариант между этой палкой и этим стабилизатором. Хочу отметить, что вес у него достаточно приличный. То есть, если сравнивать все-таки с легкой, вообще практически невесомой селфи-палкой, здесь она достаточно прилично весит. Мне кажется, даже наравне вот с этим. Но, надеюсь, я ошибаюсь. На первый взгляд, материалы достаточно серьезно используются. Даже когда я пыталась что-то здесь оторвать, у меня не получилось. Но любая селфи-палка, как вы знаете, проверяется только падением.
надеясь, что она сможет защитить мой телефон. Очень приятно, что она была заряжена. Единственное, что я не понимаю, сколько там зарядки, индикатор показывает зеленый. Итак, ребята, давайте подытожим. Данный стабилизатор и селфи-палка обошлась мне в 2227 рублей 15 копеек. Заказана была на Алиэкспрессе. Если хотите приобрести данный товар, ссылочка, конечно же, будет в описании. На сайте она представлена в трех цветах, в наличии было только два. Серая и черная с красным. Отзывы на сайте у данной селфи-палки были достаточно хорошие, поэтому выбор пал именно на нее. Больше мне добавить нечего, давайте пробовать, испытывать ее, как говорится, в деле, и после этого можно будет уже с точностью говорить, хорошая ли селфи-палка или не стоит своих денег. Ну а с вами была Таша с обзором, с распаковкой селфи-палки. Увидимся скоро на Twitch-канале, на ТикТоке, на Ютубе. Подписывайтесь обязательно. И не забудьте про Instagram. Yes, with my hot pictures. Большое спасибо, ребята, за просмотры. Ставьте лайк, поделитесь этим видео с друзьями. И до новых встреч. Пока-пока. Мурашки, мурашки. Закрывай глазки. Закрывай глазки. Ребят, в качестве бонуса зову Моню, чтобы он затестил ее. Может, он покажет, как нормально вставлять телефон в эту штуку, не отрывая ногти. Что ты хочешь от меня? Ну посмотри ее, быстро бегала. О, жгут. Легкая. Сейчас Соболь покажет, как достать телефон. А я не знаю, ребят, ну давайте попробуем. Ты чё творишь? Ребята, ну, видимо, нельзя держать так, надо вот обязательно придерживать телефон. То есть, можно придерживать телефон. Вот тут отодвинул, вот, отодвинул, держится. Короче, чтобы это, снизу взяли телефон, оттянули с одной стороны, вот, потянул, вот она, видишь, тянется, и вытащил телефон, спокойно отпустил. Вставляй в угол сюда, раз, здесь оттянули, поставили. Если у вас нежные женские пальчики, возможно, вам не прикольно. Но вот, пожалуйста, вот так это делается. Все просто. Вот так, короче, тоже да, можно. Вот кнопочка. Ага. Ребят, он кнопочку не может найти. И она, видимо, снимается отсюда, да? Да. Я сначала офигела, когда она как-то у меня заломилась. Mm-hmm. Я только сейчас не знаю, как это сделать. Да, подожди. Короче, он как-то... Он у меня заломился и стал таким. Он не был таким у меня. Понятно. Вообще. А, я понял. Вот. Получается, вот так вот. Ну, значит, ребят, не очень тупая. У него такие же проблемы, как у меня возникают. Мне так просто тут непонятно. Ну, давай.